В 1919 году в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против сеянства пенса. Но почему выращивают виноград, друзья? Это вот одно, видимо, из, один из принятых законов, дабы избежать этого недуга. Пьянство. Да, 1787 год родился Николай Иванович. Русский писатель, филолог, издатель, редактор. Он, кстати, умер в 1867 году. Меньше смеха в голове.